Во вторник на прошлой неделе состоялась встреча представителей квартирных товариществ ИХВИС с руководством коммунальной сферы самоуправления и фирмы «Эковир». И главным лейтмотивом ее было существенное повышение стоимости вывоза мусора фирмы «Эковир», а конкретно даже не это, а тот факт, что волость такое решение проанализировала и одобрила. Помощник старейшины волости ИХВИ Вадим Ивлеев утверждает, что, принимая такое решение, волостное управление действовало в рамках своих компетенций с соблюдением всех процессуальных норм. Моя оценка, что здесь, да, действительно, больше присутствует эмоциональный момент, что сразу была поднята цена так сильно. Если бы цена поднималась в течение всего промежутка действия договора постепенно, то, наверное, бы сегодня у нас была какая-то немножко другая ситуация. Но, с другой стороны, от этой ситуации исторически выиграли наши граждане. Ну и надеюсь, что с сегодняшней нашей проблемой мы тоже справимся. Присутствующая на встрече член правления фирмы «Эковир» Виктория Свинтарная всегда охотно идет на такие собрания, аргументированно отвечая на многочисленные вопросы. В начале встречи было ближе к теме, зачем нам нужно это знать. Но в течение получаса я действительно объяснила ситуацию, которая сейчас на рынке отходного хозяйства Эстонии происходит, как, из чего складываются, какие цены, какие тенденции, какие направления. И на самом деле, действительно, окончание этой встречи показало, что, на мой взгляд, людям это было полезно, потому что уже из опыта, скажем, различных встреч получается, что отсутствие информации, оно порождает агрессию. А вот агрессии как раз не было. То есть были очень деловые вопросы, направленные конкретно на инструкции по сортировке мусора, как лучше сделать в своем доме и как людям помочь, скажем так, разобраться во всей этой системе. И на самом деле не было никаких агрессивных вопросов. Золотые слова. Отсутствие информации порождает агрессию. А еще агрессию может породить неверная, а точнее перевранная информация, которую в частности дает издание «Северное побережье». Вероятно, памятуя о своем изначальном названии «Ленинское знамя», когда мнение было только из разряда «моё» и «неправильное», газета «Северное побережье» устами своего корреспондента Кюлли Крис доносит до своих читателей за их читателей деньги заведомую ложь о том, что это собрание завершилось принятием решения обращаться в суд с требованием отмены повышения цены. Удивительное дело, но мы, скрупулезно снимая всю эту встречу от и до, такого решения не задокументировали. А это говорит только об одном. Издание «Северное побережье» намеренно искажает факты, чтобы накалить обстановку и посеять раздор среди жителей волости, подобно сказочному персонажу Нукидзамесу, у которого все время свербило в одном месте сделать какую-нибудь пакость ближнему. Точно как у бывшего ленинского знамени.